И шноркель испытать, Макс. Макс нашел дорогу. Мы такие утопим. Какое-то действие будет происходить. Сейчас будет экшен опять. Андрюха, тебе надо помыть машину. Пошли, мы знаем, где мойка хорошая. Я после ваших кразов не видел. Не-не-не, мы влево только не едем, все. Как тут у них? Давай. Ведь эти теряют девственность. Ведь вообще надо разуться. Вот эту обувь снимать и штаны. Штаны снимаешь. Штаны не надо. И трусы снимаешь. И трусы снимаешь, чтобы ничего не натерло тебе. Чтобы не напрело. Напреет потом. Напреет, потом оно. Спускаются тут же по воде. Не надо, оно напреет, мокрое все будет. Крис, помогай! Коль. Крис, поехали! Твой размер? Твой размер, Витя? Крис! Витя, да, Витя по шею. Возле, на шее ему завяжи шнурок. Леня, поехали! Леня! Леня! Да, чуть-чуть завяжи. Ух, елки, талия задри у него как. Поехали посмотрим! Вы его как космос готовите. Юрия Гагарина меньше человек обслуживала перед полетом. Слышь, ты можешь во Францию на подиум уехать в этом костюме. Все, кто со шноркелем, выходите! Идут смотреть. Где утопиться? Да, неплохо едет. Глянь, какую позу нашел. Удачную, да? Жесткий. Я ему даже Запорожец боюсь давать проехать. А на ходу? Конечно. А зачем мы их купили, три штуки? Гонять будем. Это проект какой-то. Макс будет, полный привод будет на горбатый делать. А-а-а. Куда-то не туда повернул. Блин, ну как он смотрится, какая у него растяжка, да? Да, страшно несу. Да просто вообще. Растянут, но не разорван. Чтобы запаска ему не впилась. Хорошо, хоть широкая. А так, если бы 155-я, так бы могла бы это застрять. Интересная съемка. Да, Ван Дамм по сравнению с Витей отдыхает вообще, да? Он бы так, если посидел секунд 40, бы уже все у него свело. А Витя, глянь, вроде так родился. Да? Что, все? Глянь, ноги, глянь, сузились нормально. Пошел пешком. Так, дельфин. Пошел. Сейчас Витя пойдет смотреть дорогу. А что там, шлагбаум какой-то, да? Где дот? Не доехали, получается. А где Макс, снимаю? Не доехали чуть-чуть, сейчас объедем дальше. Витя в своей позе. Растяжка хорошая, конечно. Так, Таха с нами, Патриот, все тут есть у нас. Витя Болтуберович Клапанов. Смотри. На быке Ротео. Витя, как у тебя ноги после этого ходят? Даже у Ван Дамма бы потом бы они вместе не сузили. Видел, он поехал. Леня, невозмутим. С осанкой молодого кавалериста он, да, сидит такой вроде. 18+ кавалерист. Глянь, как спина ровная. Точно, как на лошади, на такой кобыле такой. Крупной, да. Блин, руки воняют рыбой до сих пор. Так, все, поворот. Этот раз туда. А кто возглавляет? Витя колонну возглавляет? Ну да, скорее всего. Да. Люди в шоке, думают, охренеть. Или трактор запишите номер. Трактор. Табличка на дереве, трактор и номер телефона. Мы
где-то дом. Приехал. Я подъезжаю к берегу, увидим сейчас. А, вон он. Так, банда вся здесь. Сейчас поедем. Так, там Витя уже спускает Монтерей. Экшен начинается чуть. Я чуть не пропустил экшен. Витя, ты камеру не так держишь. Да не, ну как? Вот как Андрюха надо. Да. Дельфин придержал. Так, пошли. Витя, греби! Если вы хотите утопить свой внедорожник, вам нужен Витя. Витя, клапан-поводырь, новое уже. У него уже имен вообще страшно. Клапан-поводырь и Макс этот самый, и Макс Патефон. Так, а Дот вон аж далеко. Витя, клапан-поводырь. Сейчас, мне кажется, будет Витя-подводник. Следующая серия называться. Перебегают все, смотрите, побежали массовые перебежками. Ёлки, я сапоги снял, а зря мог бы идти сзади за ними. Да, это они еще ничего не курили и не пили. Это по-трезвому, да. Совсем не в себе. Люди со стороны смотрят, просто думают, перегрелись, блин. Витя, веди. А куда он, к нам в лагерь едет, да, или что? Да нет, там нормально. Витя, веди в лагерь к нам, веди в лагерь. На Киев, на Выжгород веди его. Так, ну все, тут уже все будет видно. Шноркель проверяют. Это такое надо исполнять, чтобы проверить шноркель. Просто фуфайкой заткнуть нельзя. Ну да, шо? Или пакет, да? Сигнализация сработала. Слышь, он думает, что его угнали и хотят утопить, замести следы, понял? Какая умная сигнализация, ёлки. Подъезжай. На волнах качается. Все, пароход. Титаник пошел ко дну. Стартер не работает. Да иди, твой выход. Подъезжай лебедкой сюда. Нет, вот сюда. И обратно будешь переезжать его, подтягивать. Ну я заеду. Не, вперед на сухое, а там коряги. Нет. Крис! Почему убили? Мне вот интересно, ну если ладно, что-то сейчас не случится, как не утянуть все. Так, тут пошло движение на эвакуацию. Сейчас сначала к берегу. Чтобы не так. На волнах. Я даже не на волнах, вода чуть ушла. На волнах шатается пароходик наш. Будет, да? До Дота не доехали. Куда ты завел нас, Сусанин, герой? На шноркель проверь. Идите вы лесом, я сам тут впервой. Не проверили. Проверить шноркель нашу вторую пару воды будет. Ага, и рыбки плавали. Чтобы не угнали это. Это топовый внедорожник, его их угоняют. Так, лебедка идет. А что там, 80-ка тянет? Не подъезжайте впритык к берегу, чтобы берег не обсыпался. А, не, патрол завелся. Не очканул, блин. Не то, что по песочку некоторые боятся проехать.
завелся. Завелся. Стой, там коряга, Витя. Витя, коряга, скажи ему. Витя, не было три покатухи просто, и все думали, все будет по-другому, да, Леня? Не, мы не думали, мы знали, что так вот это будет делать. Не, ну хорошая машина. Во-первых, он ее нормально помыл, я вам скажу. Помыл вниз. Макс идет. Паджиков заезжал на такие горки. Все, починили. Витя, Витя, вверх будем лебедить, сюда? Но пока до Дота не доедем, мы отсюда не уедем. Нормальная заявка. Подожди, до того? Да, да, вот до того Дота. Ну, я думаю, что вы туда один раз только сможете поехать. В один путь? Да. Сейчас тут люди начинают готовить место для выезда. Андрюха, давай, чтобы он выехать мог. Макс, отойди. Надо ровно туда тянуть. Под углом нельзя. Давай лопату сделаем заезд. Вы готовите его к земле? К земле готовят. Да, цель недостижима пока. Но одноразовый. Так, уже пацаны цепляют, глянь. Они канал не оставят без контента. Посмотри, эти два маньяка. Хозяин в шоке просто. Он уже прибывает. Показывает. Или застрелить организаторов, да? Хозяин бы стоит туда, там плывет до того берега, да? И вернулся. Подожди. Так, ну. Андрюха, ты пока землю ровняй, сейчас будет ехать он. Ну как ехать, ты шо? Шо, да двумя лебедками зацепим, да и все. Ну, и все троем туда и улетят. Думаешь? Ну а что? Да не, дальше отъедут. Куда дальше? Так, аппарат опять не заводится. Да, могли в лагере рыбу кушать свежую, да? Ой, давай. А тут неизвестно, где мы. Тот далеко. Ох, елки. Видишь, только я вышел к ней и сразу починил. Тяните машину! Витя, клапан и Макс, патефон! Горько! Все, на то! Дайте стяжку, стяжку дайте! Да, на то! Витю кормят прямо с обрыва. Прямо с обрыва кормят. Обрыв не сломается, как вы стоите? Жирные чайки, накормили чай жирный. Да, да. Тёма, Тёма, на пассажирском сиденье стяжки. Стяжки. Назад, понял? Несколько стяжек, Тём, несколько. Хорошо, Макс не такой, как бородач, блин. Да. Так, Витя идет мерить глубину к доту. Так, а Витя пошел. Все, выходи, выходи обратно. Все, Вит, да. Виски намочил, выходи. Все, идем смотреть выезд. Попытка номер один. Все назад. Не очень тут просто. Еще бревно. Крис, убери бревно.
правый побег, а через левый. А что, ты не видел? Через левый. Мы вот там съезжали, как кустом, там ровно. А, так пусть, может, туда выезжают. Стой! Мы за кустом, мы там за кустом. Так пусть туда едет. А, за кустом? За кустом, да. За кустом, не. Там можно... Там есть растворка. Задворник. Знаете историю про площадь и что-то там советуют? Вот это похоже очень. Так их много. Это еще не все, тут еще сзади. Сейчас, пацаны, сейчас. Один Витя работает, все советуют. Давай, Витя! Давай, Витя, давай! Какой тут уклон? Так сложновато, наверное, будет. Обрыв. Хорош фотка, помогай, колеса. Саня, отходи, Саня. Что-то пар идет. Похолодало? Ну, уже легче, чуть угол неправильный. Вправо руль пусть крутанет! Нормально. Витя тут. Телефоном. Ну, доволен. Ты доволен покатухой, да, я понял? Я недоволен, что мы не взяли точку. Да, точку не взяли. Ну, были близки почти. Дайте машину Вите, желательно вот эту, она повыше. Так, ну тут чуть-чуть мокро, что-то какая-то плата висит, да? Да, Руслан. Сигнализации. Это жесть, что-то сиденье. Мокрое. А моя сторона сухая, да? Я свою. Правильно, чтобы мне не это не мерзло ничего. Отрыгнули подъемники. Все? И теперь твой не работает. И мой не работает, куча чеков у нас горит теперь. Короче, протестировали нормально машину. Давай, за Витей, блин. Мы все время за ним едем. Посмотри, он красиво идет. Доволен, с чувством выполненного долга, да? Глянь, ноги шире еще держит. Да? Чем до этого. Это вообще... Блин, надо, рации нету. Человек с топором идет навстречу. Красавчик. Ты что, его два раза не надо просить. О, шикарно вообще. Так, Витя едет, сторис пилит. Поворот не туда был очередной раз. Ну ничего, он так уверенно, глянь. Что-то там рассказывает еще. Ух, Витя жжет, вообще жестко. Дым идет, да, какой-то? Дым идет, но температура нормальная. Сейчас или пар идет, это сохнет, наверное, там под... Будем надеяться, что сохнет, да. Разогрелись, температура просто, не греется. Вся банда сзади. Так, стартанули. Приехал. Стартанули в обратном направлении. Макс измотан, утомлен. 68. Перевозбужден. Полон силы энергии. Хочу горбатый. Горбатый, чтобы плавал, да? Да. Чтобы мы могли плыть спокойно, куда нам хочется. К доту, да. И утереть всем нос. И нос, и не только нос, и рот. Мужики, мне надо на заправку заехать. Заедем сейчас на эту, которая на трассе будет. О, номера. Не наши? К. 61-68. Не наши. Окей, принял. Номера были. Не наши. Крис поет. Ветры привет.
где запорожец? Я говорю, в Харле. А, в Азовук, да, как запорожец. Ну, какой ресторан, типа млын, да, в гидропарке. У тебя что-то грязное окно какое-то, да? Плохо на видно. На уфроде просто был. И санаторий. Велосипедистки. Красивые, надеюсь. Обалденно вообще просто. Депутатские. Депутатские? Депутаты. Это они там едят? Выписывают эти самые. Путевки? За, ну, за тяжелой работы, да, или что? Так мы к Руссу едем, я так понимаю. А вон Тарас Григорьевич Шевченко, смотри, памятник. Ручей проехали уже, скажи. Там, где мы развернули, ручей выходил налево. Было ли до ручья ехать, пускай это выйдет. Леня, вези нас в ручей. Леня, наш мулак! Ох, в ручей бы сейчас нырнуть, там, конечно, круто. Друзья, в зеркалах аварийка. Все едут. Это вам танковые. Не... Да не, какая танковая? Давай. Поехали. Блин, ты дернула меня, да? Да. Только напомни им, блин. Хрен остановишь потом. Мы правильно повернули? Да, да, да. По прямой все время. На Киев мы правильно повернули. Вот мы тут едем в нормальной машине. Макс, где ты? Ты вроде где-то сидишь вообще в прицепе. Или в икарусе на заднем сиденье. Где-то далеко. Там еще один ряд сидений. Есть еще ряд? Да нету, наверное, там. Но багажник большой. Так, вот оно логическое завершение оффроуда, да? Вот тут да. Мы стартанули с утра, вот эта фора. Где начинали, там и закончили. Тут и выехали неожиданно вообще. Памятники рано еще. Короче, сейчас поедем. А что тут, светофор, да? Да. А, красный. Да, катнули четко. Короче, подписывайтесь. Макс, скажи, чтобы подписывались. Где ты? Ага. Скажи, что запорожцев да, будет да. Еще много. Подписывайтесь. Всем пока. Слава, они за воздух берут деньги или нет? Не берут за воздух деньги? Воздух бесплатный в этой стране. Офигеть. Витя, воздух, хоть что-то у нас бесплатное. Воздух, подписывайтесь. Витя, скажи, что подписывались, Витя. Подписывайтесь, ребят, на мой инстаграм. Я там мочу. Здесь вы ничего нормально не увидите. Вот там все происходит, самый сок. Как показать? Показывай свой инстаграм. Да ты же никогда в жизни не отметишь. Мог бы ты отмечать. Да отмечу, я не умею просто отмечать, блин. Ну, я... пожалуйста. Я только... Вот так вот он выглядит. Заходите. В ментовке могу отмечаться только и то. Здесь есть я с Вазиком. И... Где? Да подожди, давай название инстаграма. Да ну нафиг да твоя вот рожа, блин. Давай инстаграм. Вот, вот. Смотрите, Захарчук, Вером, собака у Корнет. Не, просто Баланин. Захарчук, нижнее подчеркивание, Вером. Ну что, как тебе Таха, расскажи. Шикарная машина, кайфово, блин, да? Вообще, вот она. Давайте я вам снаружи покажу после оффроуда. Просто мы покатались. Вот он, Монтерей, просто в таком... Зарядки нет, блин, утоплен, ни хрена, стеклоподъемники не работают. Короче, ничего не работает уже после утоплений. Две недели подряд, на той неделе в Прилуках, он в субботу плавал, сегодня... В Киевском море плавал. Ну и Рубикон, красавчик. Ну не плавал, но ну красавчик. Ну Рубикон. Да, друзья, подписывайтесь на Витин инстаграм, на наш канал. Все будет хорошо. Смотри, тут... я покажу все только начинается. Навыки своего электрика. Ну, точнее, мои электрические навыки. Вот что так. Я починил. А, закрепил как он, посмотри. Электрик. Нужно отцепить. Смотри, как заводится. Слышишь? Подожди, мы сядем, мы что же с тобой едем? Я на нервах могу уехать. Подожди, Витя. Садитесь, говорю. Ёлки-палки. Короче, мы опять попали. Макс, залазь, тебе легче, я там застряну и придется резать кузов. Короче, все только начинается. Пока. Все только начинается. Ищите нас на танковой дороге. Витя, только не это, Витя, остановись. Пока, вот счастливые люди. Которые дали мне машину в очередной раз. Опять? Интересно, они знают, куда она сейчас поедет. Опять ты отжал машину? Ну? Блин, можно меня к BMW? Я хочу домой. Ты устал, да? Ой, устал вообще. Это возрастное, Руслан. Может, ты меня домой заведешь? Не, давай меня к машине сначала. На этой машине ехать дольше будет. Поехали, ее поставим. И на чем? Я тебя на кальян завезу. На то все. На Кразе повезешь Макса?
Ну что я его на трассе буду вести? Макс устал уже. Я его сейчас в комфортной тачке повезу с люком. Это же концовка. Концовка такой концовка, же, как и начало. Едем на той же машине, тем же составом. Это значит, она, что все живы. Она не утонула, да, значит. Макс, где ты? Вылези там. Это вроде тебя нет. Будем жить, как говорится. Будем жить. Да. Макс, опять тебя не вижу. Друзья, я надеюсь, Руслан нарежет видео грамотно, покажет все моменты, которые сегодня были, они были сегодня замечательные. Поэтому вы посоветуйте своим друзьям, маме, папе, всем покажите, скажите, лянь, Оня, вот эти три танкиста. Три веселых друга, собака дома. Без собаки. Четыре собаки и танкист. Все, я включаю пятую, сейчас улетаем. Януш Шимановский написал, он включил пятую, елки. В натуре пятая. Фух. Ну что, губы так не надувай, блин. Понял. Это, а то шноркель засосет, да? Макс, ты в чистом? Нормально, блестик пойдет. Разорвать просто может губы. Ну круто сегодня мы покатались. Несмотря на то, что все это не должно было быть так, а покатались очень грамотно, красиво. И море, и болота. День был хороший. И болото, и море, все было. Скажи, что подписывались на Инстаграм. Не, на Инстаграм мой будет написан, а вы просто подписывайтесь на Руслана канал. Он делает вещи. Настоящий офроуд ЮА. Официал. Так, что мне делать? Что мне делать? Подожди, куда подожди, писать? Ничего не делай. Что просто мне? Едь. Да? Просто лепсусь едь. Всем. Ой, а где вторая рация? Всем пока. Город тебя, да?